Слава Богу, добились, что область освободился от такого. То есть, что он сделал? Он охватил налоговую, поставил своих людей у БОП, поставил своих людей в милиции, налоговой милиции, прокуратура, как бы он был прокурором, все. Сломал губернатора и полностью завладел областью. И вся область у него была в кармане. Он в ручном режиме вел всю область себе в карман. Мы добились такого чиновника отстранения от работы. То есть это нам стоило огромных денег, огромных нерв, и я принципиально добился, потому что здесь уже сыграло самолюбие. Никакие деньги, просто самолюбие. Потом он недавно попытался, вы же если следите за этим, выскочить прокурором области в Одесской области, в Одесской области прокурором. По-моему, даже был назначен. Как люди возмущались. Просто вся Одесса восстала. Вся Одесса. То есть пикетировали. Потому что патриотизм одесситов, оно все-таки, понимаете, оно чуть-чуть другая. Они как бы болеют за свой город. Они знают за свой, ну, как бы, такого человека. И они знают, чем это чревато. То есть они восстали вместе с Саакашвили в пикетах и так далее. Там выгнали этого человека. Просто не дали ему зайти в кабинет. Из-за этого я скандальный? Вот мне скажите, я вот чем скандальный? Вот пишут скандальный, чем я скандальный? Что я смог освободить область от такого коррупционера? Поэтому очень неприятно, знаете, иногда. Хотя, как бы, это ж такое дело. Я этих сайтов не воспринимаю, интернет-сайты какие-то там, желтушные, да, то есть, это вам не касается. Я за объективность. То есть, если есть вопрос, наверное, надо с двух сторон слушать. Мне кажется, журналист не имеет права дать какой-нибудь диагноз. Точно так и губернатор, не имея ни одного основания, ни одного документа официально под рукой, заявляет, что мы налоги не платим. Не имеет он права этого делать. Да, есть у нас вопрос, у нас не работает закон этики, у нас не работает законы журналистики, но это не означает, что этим надо воспользоваться. Недоработанный закон. Ну мы же с вами люди нового поколения, мы должны как бы стимулировать, чтобы это все случилось.